Привет! Привет! Сегодня у нас будет... Сегодня мы будем делать представление для наших куколок. Мы немножко посмотрите, своих куколок... Посмотрите, сколько их много да, набралось. Мы немножко собрали наших куколок. Я буду выступать. Моя они такие выступление. У нас сели уже. Все приготовились. Милана хочет выступление нам показать и всем своим куколкам, правда? Да. Какое выступление у нас будет? Сегодня это про смешариков. Про смешарики не знаю. Актеры, наверное, тоже здесь какие-то сидят, да? У нас много-много-много куколок всяких разных. Ой-ой-ой, сколько сегодня их много. Сегодня смешарики не знали, что это раньше спидов. А теперь знают очень важно, когда красный, когда нельзя. Когда зеленый, можно. Очень важно. Куда-никуда не ходить без мамы, без папы. Да, это ты их чему? Правила движения учишь дорожного? Да. Как правильно нужно дорогу переходить? Когда зеленый, надо идти. А когда мамы нет, и не переходить. Надо маму ждать, когда они стоят. Одной дома нельзя. Зрители, зрители. Сегодня будет спектакль. А какой, какой? Какой же? Мы сами не знаем тоже. Это будет сюрприз. Это сюрприз будет. Только не кричать, никому не мешать, никого не толкать. Хорошо? Хорошо. Ура, ура, я люблю представления. Кто у нас будет танцевать, как балерина? Как зовут эту девочку? Алиса. Алиса? Какая она красотка. Но мы ждем ее выступления. Сейчас Милана нам покажет, как надо танцевать. А теперь опять большой. Давай. Сегодня выступает Милана перед куколками лучше. Давай, давай, давай. Куклу только уберите туда. Так ты танцуй на одном месте. Ты не танцуешь на одном месте. За тобой зрители не успевают наблюдать, правда? Итак, дорогие зрители, первый номер прошел хорошо. Вы были очень послушными. Теперь следующий номер. Милана нам покажет свою гимнастику. Начинаем! Покажи, Милана. Вау, ты что, умеешь садиться на шпагат? Раз, два. Вон какой шпагат. Села, упала. Давай, давай еще. А как ты делаешь лягушку? Я сама могу делать. Давай, но ты и делаешь гимнастику. Сегодня же твое выступление. Вау. Мостик. Дальше. Вот носочки. Еще раз мостик. Ничего себе, Милана, где ты так научилась? Кто тебя так научил? Как здорово. Я лучше ничего не видел еще. Сейчас мы хотим взять у нашей суперзвезды интервью. Где вы так научились? Всех интересует этот вопрос. Кто вас научил такой гимнастике шикарной? Меня вот папа научил. Папа? А вы куда-то уходили, учились, занимались? А то это же так танцевать, это же я круто. Я в школу хожу, я постарше моей сестренки. А в какую вы школу ходите, вы я расскажете? Я в 13-ю. В 13-ю? Это самое лучшее считается. Наверное, вас там и научили это делать, правда? Я уже постарше моей маленькой Даши. У тебя есть сестренка? А она не хочет выступать? Или она еще совсем маленькая? Она еще совсем маленькая. Жаль. Но такое выступление нельзя пропустить ни в коем случае. Вы еще что-нибудь умеете? Петь песни умеете? Она вчера только родилась. Она у вас совсем маленькая, так вас можно поздравить. Вот мне интересно, как же можно так все успевать?
и делать гимнастику, и в школу ходить. А еще наверняка очень-очень много всяких разных дополнительных занятий. Ура! 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 Все так здорово! Нам всем все понравилось! Было очень круто! Приходи еще!